Добрый день, дамы и господа, уважаемые адепты дзюдо. Я Роман Карасев, и вы смотрите видеоканал «Планета дзюдо». Сегодня я хочу рассказать вам о всемирной премии «Гений дзюдо». Ну, что значит рассказать? Немножечко рассказать о истории создания этой премии и о том, как она сегодня живет, как можно принимать участие в этой премии, кого выбираем и так далее. Итак, все началось более 10 лет назад, даже, наверное, уже 15 лет тому назад. Сидя вечером, я, кажется, смотрел какую-то передачу, какая-то была церемония награждения лауреатов, кажется, то ли Оскар, то ли что-то еще. И я подумал, а почему нет такой вот такой же премии в области дзюдо? Есть там, награждают, есть премии в области там науки, физики, там, литературы, кино. А вот в области дзюдо нету. И все. Я сразу понял, что такая премия должна быть, и ее надо проводить. И как-то сразу все так получилось, что не было даже и секунды задуматься о том, как ее называть. Все выскочило достаточно быстро в моей голове. Это возникло, я имею в виду, название «Гений дзюдо». Ну, всем известный фильм Акиры Куросавы, да? Фильм, который стал, так сказать, отправной точкой в еще большей известности этого вида искусства, физического развития, да? Дзюдо. И поэтому, конечно же, я сразу сказал, все, «Гений дзюдо». Такая премия должна иметь название «Гений дзюдо». И вот с того момента, как я принял решение названия, я стал продумывать, так, а кого награждать, как награждать, и вообще, где это будет проходить, и так далее. И должны же быть номинации. И вот, конечно же, любая премия имеет номинации. То есть тех, кто будет награжден. Ну, гений дзюдо может быть в разных областях, да? Допустим, это может быть мужчина или женщина, это может быть спортсмен или тренер, это может быть занимающийся любой просто, это может быть человек, который большой вклад вносит в развитие и популяризацию дзюдо. И так, это может быть клуб, это может быть регион какой-то, или город, или страна, которая активно занимается вопросами вот, развития, популяризации дзюдо. И я выработал такую список номинаций, которые на сегодняшний день, они выглядят таким образом, я вам зачитаю, а потом я ссылку на официальный сайт и на то, где проходит голосование по этой премии, причем я об этом чуть позже скажу, тоже напишу. Итак, премия присуждается на сегодняшний день по 7 номинациям. Лучший регион, лучший клуб школы дзюдо, лучший дзюдоист, лучший учитель дзюдо мужчина, да, я пропустил, лучшая дзюдоистка мужчина, лучшая дзюдоистка женщина, лучший учитель дзюдо мужчина, лучший учитель дзюдо женщина и за вклад в развитие дзюдо в мире. Вот такие номинации, их 7 на сегодняшний день, может быть, конечно, они прибавятся. И на протяжении уже многих лет проходит голосование. Каким образом проходит голосование в Всемирной премии «Гений дзюдо»? Итак, в голосовании принимают участие все желающие, независимо от возраста и пола, физические лица, которые отправляют свои заявки в организационный комитет.
На сегодняшний день заявку можно отправить через форму на сайте, я описание тоже ниже дам. А раньше тоже на сайте judoclub.ru было там такая форма, скачивали и отправляли. Вот. И каждый человек имеет право проголосовать, подать только одну заявку по 7 номинациям. Есть определенные сроки. На протяжении всех этих лет премия «Гений дзюдо» проводится в определенные сроки. Это с 1 ноября по 31 декабря включительно. То есть 2 месяца мы собираем заявки от тех, кто голосует за того или иного человека, тот или иной регион. И приняв эти заявки, мы в нашем организационном комитете проверяем их, смотрим на то, чтобы они были оформлены по тем параметрам, которые мы описали. Ну, конечно же, мы там такой, может быть, прям глобальной строгости нет, там плюс-минус, там, не знаю, опечатка какая-то или еще. Вот. Ну, по сути, на сегодняшний день не было ни одного такого случая, когда какие-то там были проблемы. И после этого, где-то в середине января, мы извещаем о том, кто же становится лауреатом премии «Гений дзюдо». Что хочется сказать, что на сегодняшний день, ну, такое прям активное, не знаю, участие людей в голосовании нету. Причем, что характерно, до сегодняшнего дня, до вот прошлого года, все номинанты или лауреаты Всемирной премии «Гений дзюдо» все из Российской Федерации. Причем, тоже, что достаточно характерно, тоже в основном как-то все из каких-то одного региона. Я вот заметил, такая тенденция, то есть, видимо, там, ну, или человек, который увидел, что вот проводится такая премия, он как-то мотивирует знакомых, друзей, там, всех-всех-всех-всех вокруг себя, чтобы голосовали там и так далее за, может быть, определенных людей. И голоса приходят, допустим, если этот человек там из города Иваново, то обычно голоса приходят, что Иваново лучший город там и так далее и тому подобное. Вот. Но, наверное, это хорошо. Но что, как я сказал чуть-чуть ранее, что в основном все заявки и голоса приходят за тех, то есть гениями дзюдо становятся люди или города, или клубы из Российской Федерации. Хотя, как я уже сказал, у нас всемирная премия. И, ну, вот так уж получилось, что пока на сегодняшний день как-то в мире не особо это задействовано. Может быть, это и по моей вине, или по вине нас, организаторов, да, этой премии, что мы не так ее рекламируем, может быть, не так афишируем там в средствах массовой информации. Но на самом деле, знаете, не знаю, может быть, как-то так настаивать на этом все. Чему быть тому не миновать, если люди захотят, они увидят и будут голосовать. Если это человек из Японии, там, из Франции, Италии и тому подобное. Может быть, придет время, что лауреатами премии «Гений дзюдо» станут люди из Италии, Германии, Соединенных Штатов Америки, там, Израиля или еще где-то других стран. А пока на сегодняшний день Всемирная премия «Гений дзюдо», которая проводится уже более 15 лет, приглашает всех адептов дзюдо, кто занимается, кто практикует дзюдо, принять участие в голосовании в этом году, а может быть и в последующих годах. Еще раз хочу сказать, что все будет в описании, да, к этому видео, там будут ссылки, как
еще раз принимать участие в голосовании премии «Гений дзюдо». Ну и хочется сказать всем в завершении этого видео, что занимайтесь дзюдо, любите дзюдо, независимо от того, гений вы дзюдо или не гений дзюдо, потому что все-таки занимаясь дзюдо или благодаря дзюдо, ну так скажу, вы можете стать гением. На самом деле, дзюдо, оно развивает в человеке различные стороны, понимаете, различные качества. И сегодня, если вы что-то не можете, то вы сможете это завтра. Поэтому, возможно, тот, кто смотрит это видео, и когда-нибудь станет лауреатом Всемирной премии «Гений дзюдо». До новых встреч! С вами был Роман Карасев. Вы смотрите YouTube-канал «Планета дзюдо» и историю о том, как создалась Всемирная премия «Гений дзюдо». До скорого!